Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2022 года количество музеев в Узбекистане составляет 127, из них около 50 являются основными музеями, остальные – филиалами. 7 музеев считаются музеями-заповедниками. За 2021 год их посетило более 5 миллионов человек. В этот день во всех музеях нашей страны прошли дни открытых дверей. Все услуги предоставлялись посетителям бесплатно. Вам наверняка известно, что Алмалыкский горно-металлургический комбинат также имеет свой собственный музей. Это своего рода визитная карточка, которая повествует об истории предприятия. В связи с этой датой 18 мая военнослужащие воинских частей командования войск охраны категорированных объектов Министерства обороны Республики Узбекистан, расположенных в Ахангаранском районе и в городе Алмалыке Ташкентской области, посетили музей Алмалыкского горно-металлургического комбината во Дворце культуры «Металлург». В ходе визита военнослужащие ознакомились с историей становления крупного промышленного предприятия, деятельностью его структурных подразделений и достижениями. Для информации, музей был создан в 2019 году в честь 70-летия Алмалыкского горно-металлургического комбината. Стенды, отражающие историю предприятия, документы о его создании и становлении, первых сотрудников, а также фотографии всех руководителей за 70-летний период запечатлены на страницах истории.